Приветствую, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш новостной ресурс. Перед тем, как начать, мы хотели бы попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь каждый день мы стараемся для вас. Приятного просмотра! 14 марта страна простилась с народной артисткой РФ Светланой Моргуновой. Телеведущая и диктор скончалась внезапно, так и не сумев смириться со страшной потерей. Легендарного диктора центрального телевидения похоронили на престижном Троекуровском кладбище. Организацией траурного мероприятия занимался крестник покойный композитор и певец Игорь Крутой. По словам близкого друга почившей звезды, проститься со Светланой Моргуновой на третий день после смерти, как того требуют православные традиции, не удалось из-за небольшой заминки. Едва тело телеведущей предали земле, как появились шокирующие подробности последних секунд ее жизни. Точка свидетелем ухода Моргуновой в мир иной стала ее сиделка Мутабар Хамитова. По словам молодой женщины, после смерти единственного сына Светлана Михайловна превратилась в затворницу. Максим ушел из жизни в 2020 году, он стал одной из первых жертв ковида среди знаменитостей. Каждый день убитая горем мать рассматривала фотографии отпрыска, даже не скрывая от близких, что единственным ее желанием является воссоединение с наследником. «Я не могу жить, хочу к нему», — повторяла артистка снова и снова. И пусть смерть звезды «Голубого огонька» и «Утренней почты» наступила в результате оторвавшегося тромба, никто даже не сомневается, Моргунова ушла в мир иной куда раньше определенного ей срока, потому так не смирилась с кончиной Максима. «Сегодня кашу готовите манную, а завтра овсяную», — сказала мне Моргунова. Она приходила и смотрела на фото, которые были на кухне. Иногда кино смотрели. А тут ей стало плохо, сразу потеряла сознание. «Я набрала невестке Лене, та уже вызвала скорую. Врачи приехали и сразу сказали, сердце остановилось. Я вообще в шоке была. Очень ее любила, она была мне как мама», — призналась сиделка. Напишите, что вы думаете об этом в комментарии. Также рекомендуем посмотреть наши другие ролики. Спасибо за просмотр!